о шестом органе чувств. Люди говорят, что нет упоминания в каббалистических источниках Правильно. О таком шестом органе. Я об этом говорю просто как о дополнительном органе чувств. Поэтому говорю шестой. Говорят, что есть пять у нас, а это как бы шестой. Да. Такого упоминания действительно нет. То есть нигде не указано шестой орган чувств. А как ваш учитель говорил, например? Между нами когда? Да. Между нами тогда говорил иногда. Да. Говорил просто шестой? Для краткости сказать. Угу. Это душа. То, что мы должны в себе развить. Часть Творца свыше. Свойства отдачи. Масах. Орхозер. Но проще, когда я объясняю человеку, вот объяснить ему, а что же это такое? Как ощущается? Я ему говорю, тебе не хватает органа чувств. У тебя есть пять, а надо шестой. Чтобы понятнее было. Но, конечно, это не строго правильно. Потому что это не шестой, который добавляется к этим пяти. Он совершенно иной.